Друзья, ну что, мы вернулись в отель. Уже сейчас заказали ужин в номер. Сейчас поужинаем и пойдем в бассейн и в сауну. Бассейн и сауна входят в стоимость проживания в номере. Мама устала, ходя по торговому центру. Ножки болят. Разговариваю сейчас со своей дочкой, то бишь моей сестрой. Вот, как-то так. Ну что, друзья, нам привезли ужин. Сейчас мы будем ужинать с мамой. Быстренько побежим в бассейн, иначе он скоро закроется. Он работает до 10 часов вечера. Вот, как-то так. Ну что, друзья, мы готовы идти к бассейну. Мама надела купальник. Вот, я тоже надел вот халат. И вот сейчас поедем на 12 этаж. Так что вот так вот. Друзья, ну что, мы вышли из номера. Идем сейчас к лифту. Мама вызывали. Нам 12 этаж нужен. 12. Жена вниз пошла. А ты нажми наверх. Знаешь, какой-то лифт должен приехать. Что? Поехали туда. Вперед, иди. Двенадцать. Сам папа дойдет, что ли? Да. Представляешь, как классно. Мы едем в бассейн. Зеваю, кашляет. Заболели немножко, простудились. Здравствуйте. Так, нам надо туда, прямо иди. Надо карточку сунуть стрелочкой. Вот так что? Стрелочку видишь? Да. Вытаскивай. Открывай дверь. Все, идем. Вау, как красиво, смотрите. ЧП случилось. Да, в карман. Так. Ёлочка, посмотрите, какая красивая ёлочка. Так, а нам надо сейчас выяснить. Добрый вечер. А в какую сторону бассейн? Бассейн у нас здесь находится. Можно вашу карточку? Конечно. Я зарегистрирую? Да. Желаете пройти? Да. Сейчас, секундочку. Первый раз в Казани, первый раз в вашем отеле. Ходим, гуляем, все снимаем, фотографируем, отдыхаем по полной. Перезвоню через секундочку. Вы можете в эту дверь заглянуть. Угу. Там бассейн. А провожу вас через другую. Хорошо. Ой, как красиво. Посмотрите. Все, через другую. Можно зайти, пройдите, посмотрите. А, можно, да? Ой, как красиво, друзья. Так жарко здесь. Так классно вообще. Охренеть. Какие виды из окна вообще. Просто шикарно. Никого нету. Шикарный потолок прозрачный. Просто супер. Мамка чуть-чуть содержала, где-то там ходит. Сейчас я покажу вид. Вот такой вид из окна. Красивый. Мужчина пришел купаться. Так, еще второй мужчина пришел. Сейчас надо мамку найти. Задержала, тут пропала. Куда-то исчезла.
Понятно. Ладно. Сейчас вернут мамку. Так, давайте плавать будем. Мама познакомилась с подружкой. Подружка тренирует ее, как плавать. Вот учит. Учит. Да. Мама. Ну как тебе плавать здесь? Как тебе здесь плавать? Как водичка? Как водичка? Хорошая, нормально. Теплая? Нормально, нравится все. Привет, передай всем. Ты меня не слышишь? Слышу. Привет, скажи всем. Привет. Нормально. Учат плавать тебе? Учат плавать? Не умеешь плавать. Сейчас пойдем в сауну. Там две сауны, сухая и мокрая. Не пойдем. Почему? Почему? Пойдешь. И в душ сходим. Пойдешь. Давай плавай, буду снимать. Туда-сюда плыви. Вот плывет рыбка золотая. Да, давай назад. Выдыхается. Не умеет плавать она. Друзья, ну что, мы идем в сауну и вас с собой тоже берем. Пойдемте. Так, пошли в сауну. Как тебе бассейн? Нормально? Устала, что ли? Так. Так, нам нужно идти вот туда, в эту дверь. Угу. Сейчас выберем сауну какую. Сухая или мокрая? Будем выбирать. Мокрая. Друзья, посмотрите, какой красивый вид с этой стороны отеля. Все светится. Машинки ездят. Красота. Друзья, шли мы с бассейна и решили заглянуть, что у нас тут есть еще на нашем этаже. И оказался, есть балкончик. Посмотрите, какой милый балкончик. Как тут красиво. Как тут красиво. Да, мам, тебе нравится? Смотри, как все светится. Вообще красота просто. Елка как-то красиво, смотри. Тоже центральной дороги светится. Ну да. Там дороги. Вон наш отель написан. Название нашего отеля. Корстен. Так, вот такие пироги. Какие у тебя впечатления остались от бассейна? Очень хорошо, тепло, уютно. Сауны понравились Сауна тебе? Понравилось, жарко. Какая больше понравилась? Где потеешь. Мокрая. Мокрая. Угу. Ну, мне, в принципе, обе нравятся. Они хорошие. Ну да. Ну ладно, пошли. Пойдем в свой номер. Сейчас мы посмотрим, что у них там в кинотеатре идет. Говорят, там есть хороший кинотеатр. Вот, думаем сходить. Не знаю, получится, не получится. Вот так вот. Так что такие пироги. Ладно, выключаемся. Ну что, друзья, мы собрались в кинотеатр. Мама одела другое платье. Посмотрите, какое красивое платье одела она в кино. Интересное такое. Легкое, воздушное. Вот да. Так. Мы же все с собой забрали, да? Я не взял, что
Да, пошли. Называют. Куда, вниз? Да. Вот как раз. Карточек сумку положите. Второй этаж. Сейчас посмотрим какой-нибудь фильм. Тут, друзья, мы приехали. Куда-то мы приехали. Пойдем искать. Пошли искать. Сейчас будем спрашивать, где кинотеатр. Да? Сейчас будем спрашивать. Так, мам, нам нужно идти прямо и направо. Прямо и направо. Да. Мы здесь уже сегодня были. Направо, да? Туда надо идти? Направо, что сказали? Прямо направо. А, вот он. Вот кинотеатр, друзья. Друзья, ну что, мы посмотрели фильм. Фильм, в принципе, понравился. Но фильм очень длинный. Много спецэффектов. Много кадров. Такой насыщенный фильм. Интересный. Смотрели с большим удовольствием. Так долго идет, что так что мама много себе отсидела. Так и мы куда-то неправильно идем. Пришли, шли после кино и услышали музыку. И решили заглянуть, что это такое. А это, оказывается, татарская дискотека. Такие станции, вообще такая музыка крутая. В общем, мы сидим, отдыхаем. Вот мама сидит, пьет коктейль. Немножко устала, но ничего, нормально сидит такая. Не понимаю, что происходит вообще.